чё, короче, тут вторичнего вала подшипник нижних, два этих подшипника, эту шестерню на замену, подшипник прослаблен, поводок этот на замену, эти подшипники на замену, гайку на замену, шестерня на замену, этот подшипник на замену. Решили добавить, ну, чтобы у нас трактор стал маленько покруче, вот решили вот такую вот фиговинку дать, а то мало веса, и решили добавить. Комплект полный, то есть тоже купил, вернее, у меня давно лежал. Так что, в общем, пока это удовольствие нам обходится в примерно 10 тысяч. Так. А, вот этот вот шестерню понижающего, она что ли как-то называется так. Дешево взяли, 1950 у нас на Коминтерна в Твери. Это тоже что-то 1000, что ли, 1100. Так что вот так собираем. Вроде начали собирать. Так, мы перебрали. Все, что надо, там поменяли подшипники. Это, ну, там будет, будет видео. Сейчас раздербанили вот эту промежутку всю, то есть из 12 подшипников, из 11, из 12 подшипников меняем 11-12 подшипников, все нижние, верхний этот основной вал меняем, и вал Лома распилили, он был какие-то вот специалисты колхозные говорили его, видать, чтобы он выбивал у них. Говорили его, пришлось разрезать, не вылазил. И снять его. Вот его тоже купили новый. И был он, то есть, на 500. Сейчас он будет, должен быть у нас уже на 500 и 1000. Вставили эту шестерню, но там на видео должно быть. Эту коничку не регулировали, поставим на место. Этот не брали. Ну, будет на видео, что в коробке меняли. В общем, сейчас полностью все перебрать. Вот по промежутку, что я говорил, нижний вал Лома и верхний основной вал. Плюс все подшипники, манжеты, сальники. Вышло у нас где-то около 7000. Ну ладно, сейчас еще сегодня буду снимать сборку, разборку, чайво, перка. Thank you.
Сейчас поставим. Вот это. Блин, его тянуть тоже, да, мне кажется, опасно. Просто крышка. Серёг, а что ты с трактором сделал? А где трактор-то? Замена расходника. Что? Замена расходника. Как это называется? Замена расходника. Здесь, я смотрю, все поменяли, все расходники, да? Все. Короче, сейчас смотрел на видео. Вот этот вал лома, он также с посадочным местом под подшипник. А у нас он ровный и тонкий. Вот кусок его валяется. И в продаже он был вот такого вот диаметра полностью весь. То есть вот этого места нету. Посадили подшипник и все. Мы думали, что у нас старого образца вот этот вал. И у нас шестерня, ее убрали, вот эта вот шестерня, на бронзовых втулках. А на, по каталогу она идет на подшипнике, какой он там? 943-30 роликовый, который в обоими. Я думал, что у нас просто старого образца. Сейчас на видео смотрю, у него с выемкой все. Единственное, сейчас я у него спросил, что у него либо втулки, либо это. Посмотрим, что напишет. Я валы вот эти тоже разные. Валы этот? Ну, они идут под тормозок, там подшпоночные. Ну, старого образца идет здесь шпонка. Да, под вот тормозок. Она. А нового уже идут без шпонки. Вот его еще выкинули. Покажи, вот. Тормозок. Тормоз... Ну, это... Уже ничего не найти и ничего не собрать. Этот тормозок. Если ребятам надо. Это дополнительный тормозок, вот этот вот. Как она правильно называется, я не знаю. Внутрянки, вот он все. Вот здесь он стоит. А новых это уже ничего нету. Они решили, что он и так будет. Включаться без хруста и все. Ну что тут осталось, Серег? Собрать, да? Уже начали хоть собирать-то, Серег, нет? Да. Ты уверен, что начали собирать-то? Ну как, коробка собрана, промежутку собрана. Ага. Осталось укомплектовать. Ага.